Nutri. Стоп! Стоп! Еще раз показываю. Захар, можешь сказать еще раз? Да. Видите, я взял. Отойдите дальше, дальше, дальше. Стой на фронтально, я сделал шаг. Да. Раз он зашел. Все, я нагрузил. Я с вами сбоку. И изнутри за колено. Можно за пяточку. Изнутри. Пошли. 30 секунд, еще первый, потом сняемся. Зачем? Зачем ты подсекаешь? Ты взял его вверх и тянешь, он пасть не может. Взял его на грузи. Хорошо, вот я поменялись. Еще раз, вот вы стоите, взяли за хват, раз, шаг, вот за ножку и бросили. Стоп. Идите, Андрей. Вот это. Вы не боитесь? Посмотрите движение. Раз, за два и сюда. А есть вот же болячку. Ногу убирайте вот сюда. А у Волика, даже если у них же нету, они ставят снизу сюда локоть. Раз, оп, вот на месте упали. И это 4 балла мне. Смотря как, нет. Тебе нет, ты не бросал. Я бросал. Не знаю сколько, на бок 2, на спину 4, на поясницу 1. Как он приземлился. Пошли, второй. Шаг, захват. И обязательно. А ты, баскетбас, поменялись. Второй номер. Кто не понимает, руку вверх поднял. Потому что сколько вам не говоришь, это бесплатно.
А когда ты идешь в платную секцию, там приходится делать и деньги заплатить. Ну так делайте, пока вас учат ноги шире. Раз. Посмотрите, что это такое? Еще раз. Сделал. Присядь, чтобы ты взял отсюда. У тебя спина прямая должна быть. Он ногу убрал отсюда движение. То есть вы должны его... Пошли. Пошли. Раз. Зачем эту ногу? Другую ногу. Первую показал, он убрал, вторую сделал. Ну и другую ногу. Покажи. Да, эту берешь. Нет. Пошел. Ты сел и хочешь сбросить. Отсюда. Раз, показал. Нет. Сели. Смотрим на меня.
Вас подняли. Вас подняли. Вас подняли. Ты должен бояться чего? Чтобы тебя бросили. Могут бросить, могут не бросить. Тебя бросают. Если стоишь прямо, ты падаешь на руку, на голову, на плечо. Значит, надо защищаться. Как защищаются? Наклониться, достать кое, взять его за этот самый, за кимоно. Но не стоять так прямо, кто-то падает. То есть он вытащил тебя, чтобы легче тебя было бросить, наклониться, возьми. Одной рукой придется страховку делать, а этой рукой ты страхуешься, ты придерживаешься за кимоно, за кое. Еще раз, вы что сделали? Раз, два, подняли. А ты так, как ты вот так? Прямо на голову, на плечо. Поэтому наклониться, собраться в мячик. Что такое акробатика? Мячик, да? Так вы наклонились этот пояс. Так, все поделали. Влад. Сюда. По самому идут такие. Раньше под зудочек сильно шли. Захват отсюда. Отсюда, да? И делался или этой ногой, или этой ногой. Проходили. Раз, два. Вытаскиваю. Оп. Отсюда. Переворот и бросок. Нет, просто слабая спина не делает. Надо быстро качать, делать. Да, качаться да. Надо. Он еще толстый ушел. Толстый. Иди сюда. Тоже. Иди сюда. Объясняю, какой захват. Можно брать отсюда и внутри перевернуть и бросить. Но обязательно руку поломает. Обязательно руку. Представьте, чтобы вы перекрыли всего. У вас там секция. Ты пришел туда, его поставить, пошли. Или вы просто вышли на поля побороться. Ты берешь друга, вытаскиваешь, бросаешь его, он падает. Перелом. Тут, тут. Все. Теперь он с тобой уже даже не будет. Родители не будут. Если ты секцию сделал где-то, тренер не будет. Как надо делать? Сразу объясняет, ну что, рука вот где должна быть, здесь. Он никогда не поставит. Вы что делаете? Ныряете. Оп, сюда, вот назад. Раз, два, хоп. Видишь, как я не вытащил, рука здесь. Все, хоп, идет, хоп. Я его держу. У меня так Мельчик, первый Гавровский, Мельчик, Ротару. И все. Все делают. Потому что через плечо тяжело, а по дому вот эти прям. Еще раз. Смотрите. Раз, тогда и голова. Раз, два. Можно отсюда, можно отсюда. Опять присесть. Вытащить рука. Вот. Они еще подели. Вообще попробовали. Обязательно руку снять вверх. И потом боремся. Раз. О! Видишь? Отлично, Катерина. Нет. Нет. Саша. Нет. Опусти. Вот здесь руку перезывать. Если так берешь, то нужно сюда. Нет,
в Убийца, да что такое, блин? Так, Матэ? Матэ? Где страх? Так. Опять же страх падает. Нас ушли сюда, Миша туда, вы сюда, да, вы сюда, вы сюда. Так, Матерев, Влад с партнером. Так. Денис, только меньше. Так, Билли сверху был. Как себя чувствуешь? Живой? Не живой, мертвый. Нет. Ты мне не говори, все нормально, потому что что потом не умер. Нет. Что? По самому что не умер. Чувствую себя отлично. Камера. Ну, не отлично, но, Андрюха, я тебя прошу, да? Ты знаешь, что он был больной и болеет еще. Не надо бегать носиться. Просто аккуратненько поборись так. И кто по самбо? Да, боремся по самбо. Денис, кто с тобой был? Бутук. А, Влад, пожалуйста, туда. Бутук. Значит, Денис, да. Завтра я иду сюда. Я уже договорился. Там есть человек, который стоит утром. Что она учили? Вот. Не знаю, сколько он попросит. Он придет, наверное, может быть, завтра, может, по неделе. Вот те, кто сломали окна. Да все будем, мы тоже играли с ним. Еще раз. Нет, там мне все не нужны. Там мне нужны те, которые не балки. Потому что со стеклом у меня есть хорошая рама. Поэтому со стеклом не нет. Еще с прошлого года, когда там упало. А? Когда там да. упало. А значит, завтра будет надо будет чистить? Нет, завтра нет. Он придет, посмотрит. Мы вот перетаскивали, он возьмет размеры, нужно убрать. Нужно аккуратно вытащить. Чтобы все, эти марки, все да? как он скажет, я тоже буду помогать. Он мне скажет примерно, какая сумма будет вставлять здесь три окна, там окна. Эти есть... окна легкие, они меньше. Я не знаю, много легкие стоит. Они не легкие, но... Они я что-то... не имею в виду, что... Что он захочет? Они легкие, если он захочет в вопросе 10 лет. Если он попросит 25? Нет, не то, что легкие. 50 лет такое стекло стоит. Плюс-минус. Все, все, можно бороться с этим. Готовы? Да. По самбо борешь, а? Парты или больше 80 секунд? Время. 4 минуты. Так, здесь. Андрей Дан. Андрей Дан. Вот сюда в парты или борешь. Вы боретесь, да, вот здесь, в центре. Стоп. Будь аккуратен. Влад, вы боритесь на силу. Старайся при хорошем захвате. Это он кажется, что он здоровый, сильный, он вылечился, он никакой. Сейчас, тем более, он недавно борется. Ты слышишь? Да, ты слышишь?
Ну, завтра мы будем. А сам вода. Сам вода. Вода? Да, поддержание. Раз. Два. Три. Четыре. Самбо ты начал с ковра и делаешь бросок, а ты ответ считается. Если удержание ушел, считается. По самбо у кого-то из участников вышло больше половины туловища за ковер, ни бросок, ни удержание не считается. Раз. Два. Бросок с колен, если стою на колени, или я встал, и держу вот так рукой, ты меня бросаешь, броски не считаются. Считаются, пап? Вот такие советы. Джон! Катарин, а что ты сидишь? Вы с Андреем на данном вдвоем. А, да? Да, вдвоем на данном. А, деньги, да. Давай. Меня тут делать, Макс! Меня тут!
считайте обезьянник. Эй, Один балл, два балла, иди назад, на ковро. Два балла. Держать. Кстати, стоечку. 6-0. Удержание, бросок, 2 и чьи-то. Ну и полный рубан. Проигрываешь, Эндрю. Доставай пояс. Что вообще не будет? Ну, беди. Беди его. На полоски, давай. Стоп. Добровский, стоп. Добровский, замечание за выход. Раз, два, три, четыре, за ковром. Нет, вы когда начали считать, здесь уже было 6. Иди сюда. Так, стоп. Артур, вот это первое предупреждение за выход за ковер. Посмотри, смотри, справа или слева? Пошли. Стали, заправились. Заправились. Это самое пожарное руки ушло. Следующий вышел. Нет, Каталин пойдет здесь. Каталин, ты пойдешь с ним. Будешь стоять, не дай больше ты коленом коснешься. Захват только двумя руками, бороться с ним очень аккуратно. Хорошо. Чуть-чуть попечать. Все тренировки сейчас, где на поле. Андрюша. Не на я. Да, ну что это такое? Почему ты не готов? Я готов. Да. Все. А ты сын не отвечаешь отсюда? Че, я вообще не тренируюсь. Так, ты с кем боролся? С кем? Да. Так, сын перешел сюда, дискут туда. А, нет, да. Сейчас, одну секунду. Так. Чистая победа. Так, эти двое поставили. Бескур, впереди туда, пожалуйста. Виктор. Виктор. По самбо. Ковер круглый. Нет углов. И красный. Нет углов. Есть красная линия, тихая, желтая внутри. Красная опасная линия. С него уходишь, замечание. Оттуда выходить. На ковре есть какие-то или треугольнички, или квадраты. Треугольники. Один красный, синий. Вот отсюда, не с центра, а как бы отсюда. Выходишь. Судья показывает. Раз, и вы идете. Так. Пошли. Пошли, пожали руку. Встань в середину, бери захват, аккуратно с ним борись. Без сзади, есть бедро, без падений.
Я буду говорить фамилию, если что, когда останавливаете. Кто-то та пара останавливается. Держать, держать. Я больше понятно, где помню. Что это держание? Раз, да, два, ну, три, четыре, пять, шесть, а, туда? Готов. Готов. Да, добро. 8 секунд, пациентки нет. О, он у тебя, наверное. Что такое? Раненый. Раненый. Тяный, ну, у меня лень сюда, макар, в пункте есть. Не а это 4 балла. О, 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 ниже. Ну, да, да, спать. Где там еще? То есть, ты не мешаешь? Это поясница 1 балл. Это... Поделаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два балла, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4 балла. Дальше работа делаем болевому. Сядь на него. Сядь на него, лежу руку, сядь на него, беру его. Так. Живот болит. Так, стойко, лидер, стойко. Ой, лидер, стойко. Вот ты идешь сюда, а мы медленно учили. Раз, 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 он на тебя. Первый раз медленно в сторону. И что понятно, а медленно. Все, ну, опять. Стоп. Как я бы сделал. Виктор, стоп, стоп. Нехорошо. Быстро. Видишь, он уже мертвый. Стоп или нет? Нет, нет, нет. Борис, не Борис. Ну, тот, да? Да, да. Дальше? Да. Виктор, прямые ручки, ручки согнутые, тогда она меньше будет спать. Ну давай, Денис. Давай. Подожди, в лом у меня прием. Что? Мате, мате. Заправились, управились кимоно. Вот то, что у вас сейчас форма, кимоно, вас не пустят, не разрешают. Почему что шкурка выходит, а должно быть жесткое, поэтому не... У меня еще один вопрос. Да. Односторонний захват по самому. Можно, любой захват. Но опять. Сколько секунд? Сколько хочешь. Ага. Но если ты будешь держать всю схватку и не давать бороться... Это замечание. Но там сильно замечания не дают. Особенно если самбист не дает бороться. Самбист вообще не дает. Он может на коленях стоять и вот так упереться. За пояс этот упирается, если сделать бросок, все, смотрите, что делать не может. Почему он ничего не дает? Или держится обязательно, если так смотрит, он раз руку ставит, тот его бросает, все, ааа, 4 балла, не считается, чтобы рукой коснуться. Потому что дзюдоисты априори сильнее самбист. Все, не то, что все, а многие. И у кого в дзюдо не получается, то идут сам. Там полегче. Так в чем?
человек сильнее приводит. Поэтому, а почему, я тебе скажу, дзюдо это олимпийский вид спорта, а сам нет. Все деньги идут на олимпиаду, на олимпийские виды спорта, все деньги, а самбо нет. В России самбо, это не те. Пожалуйста, на мальчика в туалете закрыли кулака, и вы не можете выйти. Я открою. Девочки, спасибо! Не пускайте, пусть там сидит. Каждый начал маленький. Пусть попу вытрет. Там на баге тоже. Там на баге. Пожали руки уже. Да. Уже. Это, оставайся там. Серго! Руки закрыли. Кирилл сами закрыли. Быстрее, быстрее встали. Смотри. Сюда, сюда, смотри. Так, там. И страйки еще. Ой, а что сразу? Да, кто пойдет со страйки? Я потом пойду качаться. Потом пойду. Кто здесь тренер? Ты или я? Один пойдет, другой пойдет, третий, и черт и что будет. Да, понял. Борь, через грудь. За ногу. И шпагаты. Приготовили. Время? Так, это, Олег, ушел. Переворот я не считаю. Болевые удержания, объясни. Считать удержания. Раз. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь. Ушел. 7. 1-0. Держи, держи между ног. 1 балл. И прыгут. 2 балла. И страйки. Считать удержание. 1, 2, 3. Стоп. 4, 5, 6, 7. Стоп. Можно вас поднять? 1 балл Катерин. Поделись, пожалуйста. Поделись. Часто не дают, но зашили. Сверху, на темечке. Зашили, поделись. А что? 2 балла. Как обижание? Катерина на живот ложись, или на рот? Андрей, вставай. Он не уйдет. Посмотри на него. Да, он давно нет, но это вы тяжело будете. Надо просто других уйдет. Мельницу, Саш. Мельницу. Голову. Есть. И пали 4. Икон, все, чистая победа, 2 балла. Да. Это, Мир, Мир, проверь, Саша. Молодец, Андрюха. Ой, вот только захват плохой. Не бери там, мельницу, Влад, делай ты. Я за пояс сразу мельницу. Вот это. Стоп, вот он так присел. Или в толке он сам упадет. Я же ног так ногу беру. Хорошо. Молодец, считаю удержание. Так, Саша, стоп, за ковром. За ковром, за ковром. Я за ковром. За ковром. Болевой не считается, так как он за ковром. Больше половины. Но так как убегал, ему замечают предупреждение.
хоть не проиграл. Да. Да, Борут, ты жив, Катерина? Я делаю. Молодец, умный. А, можно бороться? Да. Я пришел на оборудование. Ну, уже посиди тоже, уже чуть-чуть осталось, пару секунд. Молодец, умный. Заходи с боку, делай дышание. Вот, вот руку держи, руку держи, руку держи. Нет, 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 нет. Пожали руки, заправили, пожали руки. Этот бурдужу сюда. Ложишься на живот, направься, ложишься на живот. Так, виском вышел, бутук вышел. Так. Дам вышел, дам сюда, бутук туда, виском сюда. Так. Все. Ты фотографируешь. Все смеются, никто не хочет бороться. Так. И как будто. Через 2 минуты выйдет Катерин. 2 минуты ты с ним борешься, 2 минуты Катерин. Так. А что ты стоишь? Молодец, умница. Там. Кто там? Бутук. Туда. Туда лицо. Туда. А. Ты с сыром боролся? Нет. Я с сыром туда. Андрюха, пожалуйста. Если можно резко... Ну, ты посмотри, посмотри. 2 минуты вон, потом выйди. Артур, посмотри, ты не заправлен, уже плохо. Так, ладно. 30 отжиманий, 30 приседаний. Вот здесь, отжимания, приседания, вот здесь. Почему? Потому что там снимают. Хорошо? Да. Так, готовы? И там пойдешь немножко себе канат. Я? Да, и ты сразу канат. Сейчас, одну секундочку. Готовы? Время. Катерина, готов? Будь готов. Сиди сюда, сиди и сиди. После этой слабой будет еще? Да. Пол пятого тут? Или на месте стоит? Что там такое? Почку порвал. Как правильно, на 10 килограмм меньше, но больше рукой занимаешь. Как он тебя может кинуть? Нет. Если он на 10 меньше, а ребята, которые выходят, на пол головы тебя выше. Как ты борешься? Это же борьба. Хорошо, что не бокс будет. Да не... Денис, стоп. Стоп. Остановись. Послушай, захваты ты просто берешь от голды. Не бери так. Опять друг. Нет, а, 2 балла. Все, будете 2 балла. С этого держания. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два. Встали. Вышел. Катерин. А, да, да, помню. Ну ладно. Все, считай. 8 баллов. Ну раз так взял, мельницу надо делать. Наклони, мельницу, мы. Голову наклони мельницу, Денис. Иди назад, а потом мельницу делай. Денис, стоп. 1 балл. Сверху, стойку. Ну что, голубые, что вы там лежите? Так боритесь, блин. Не говорите, лежат, а не лежат, а сдавать. Так я на то, что самбо, если... Да.
Как? А, не, как хочешь. Все читаешь, все убежали. Ну, через себя, раз. У тебя начальник. Один балл. Денис, стоп. Денис, стоп. Денис, стоп. Ушли. За ковром. Андрюха, давай. Мочи деда. Я съел деда. Он взял за пояс, сделал мельницу. Смотри. 4 балла. Все, все, отпускай. Отпускай. Борьбой. Все, следующий. Что, пукнуло? Нормально. Правильно, это пукай раньше, не даю, тут выкинул. А раньше, чтобы он туда поезжал. Нормально. А, о! Дальше ноги, дальше ноги. Забегай назад. Руки убери, забегай назад. Нет, не садись на него. Делай, делай удержание. Удержание делай, да. А так считается? Нет, за это могут дисквалифицировать. Поднять и бросить нельзя. Считается удержание, Андрей, стоп, Андрей, стоп, за ковром. Посмотри, да, держишь его, впереди сюда на ковер, и продолжай держать. Нет, у меня за руку держали, что хозяин делали. Ну, правильно, блин, молодец, тоже. Вышел, зашел, дает, ничего не дается. Так, следующий пары там. Ищите себе партнера. Сербу стоп, сербу стоп. Буток стоп, сербу стоп. На ковром. Молодец, Артур, 2 балла. И здесь. Я же не считаю, тоже. Тебе тоже поздравляю. Упал. Спасибо. Джинзо. Да. Что? Денис, стоишь, руки прямые, ноги прямые. Молодец, Артур. Красавчик. Я его выиграл. Где ты выиграл? Где? 8-2. Сколько не смотрю, все время ты падаешь. 8-2. Только я видел 3-4 очка, это тот делал. Я сделал бросок на 4 балла, еще удержали. И еще 2 балла мне. И еще 2, и еще 2. Вот когда он бросал, я видел, тебя просто не заметил. Что сидит? Что сидит? Лига, кого ты берешь? Луиси. Богу бери. Нет. Берешься, ты берешь, ага. Да? Ты с кем? Смотрите? Да, ты как ты с кем? Сошелся. Отлично. Чем гляди сюда? Кем? Нет. Давай. Харни Шульчу. Приготовились. Пожали руки. Он не говорит, пожали руки. Смотрите, он просто показывает. Сразу видно, что ты дзюдоист. Садись, я вам скажу еще раз. Первый, вышел, жмете руку. Второй, отходите, начинаете бороться. Есть некоторые садисты. Они жмут руку и не отпускают, и сразу бросают. Поэтому нужно крысы. Только крысы. Ладошки. Нет, нечего ушами шевелить. Так, Виктор перешел к Саше, Лилик перешел к нему. Как, Влад, ты нормально? Как вообще не хочется. Будет да. Давление. Я тогда по Сухову звоню, радостно. Он чуть-чуть позже приходит. Кстати, держание. Есть, 2 балла, молодец. Я сюда болевой сделаю. На руку. За кисть держи, ногой сверху поставь. Парень, ты на сумму? Стой, 4 балла.
Вот где твоя Русланка? Роксана. Вот ты видишь, честно? Да. Блин, дай по шее. Как у нас уже? Молодец, ушел, да. Миша, блин, не бросить. Молодец, да, красавец. Этот, Песок Денис, да. Поправь нас сюда, чтобы закрыть вот этот угол. Виктор, стой, стой. Ой, не Виктор, Виктор. Так, Виктор, не просто махать, не бой надо, стой, бой, да, еще тебя ударить. Можем держать. Разворачивайся, сюда, сюда. Стоп за кадром. Замечание за то, что он выпал. Ну что лучше замечание, чем 4 балла? Сколько замечаний надо, чтобы... Замечание это как фильм, который 5 баллов. То есть оно, если балл, он даже не считает. Да? Мы же уже пойдем покачаемся. 40 минут, снимает полтора часа. А за можно? Завтра мы идем. Нет? Спасибо. Можно я? Да. Нет, 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 никто как-то. Вот сейчас мы на бой. Ты видишь, кто Саша? Саша? Сидит, как мышка. Саня, не первую майку порвал, да? Да, Саня. Мастерать за шею. Первую майку уволен. За шею. Да. Саша, ты куда? Саша. Я с майкой сижу. Да, Саня, отлично, блин. Заправили. Так, Миша остается. Да, он идет к Мише. А баба идет к Мише. Писять. Так, вы вдвоем сели сюда, здесь какое, вы вдвоем сюда. Так, еще раз, очень аккуратно, стараюсь открываться, отдаю информацию. Так, там, Шендер, ты пойдешь сюда, вот Миша. Миша, моя задача, чтобы он мертвый был, потом я хочу отправить, я хочу его отправить. Да он мертвый был. Да. Кстати, да. Лорис, иди поговори с ним. Видишь, ты его спрашиваешь. По самбо или процедур? Если он борется по самбо, значит, не бери руки сверху, он будет все равно ноги проходить. Просто ручки чуть-чуть ниже. Ну, как бы не давай, не даешь. Или наоборот, даешь, он только проходит, и ноги раз сразу в сторону, далеко назад. И забежал назад, дал стенды. Ой. Все сверху. О, вау! Готов. Пойдешь в губы. Сейчас он в губы, это заработает. Папа! Туда, не кидай, кидай. Так, эй!
Время. Ну, это как вообще там.
Ну, Миша, время то, ну что? Саша, стоп, Виктор, стоп. Не боритесь там у этих. Чуть-чуть сюда уйдите, здесь боритесь. Андрюха, руки где должны? Руки на спине у него даже. Он захватит руку, перевернется. Вот. Видишь? Кто это? Прижался, да. Отлично, Виктор. Саша, красавчик. Это что, 8 баллов уже? 4. Он упал. 4. Кто упал? А меня упал. Саша упал. И удержание кто делает? Упал, красиво. Стоп, купон. Молодец, Саня, как ты быстро сдаешься. Да, Миша, там не получится, там он очень тяжелый. Конечно, я же на есть сейчас спустить. Ладно, победить, вы можете. Вопрос уже где же, Асан? Не отпускай. Не знаю, кто там устанет, Саша, но мне кажется, ты уже... Он, Саня, понимаешь, второй раз. Руку отдает. Ну ты хоть руки держи, блин. Ладно, удержали, но... За ковром, да. Вот за ковром. Не имеется дело. Да, имеется. Я думаю, 4 минуты. Джексон, смотри. Стоп! 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 Макс сделал, Макс сдается. Что, Макс? Яйцо? Яйцо? Вот смотрите, у Макса было 2 яйца, одно разбили. Сколько у него осталось? Я просто сидел. Я просто смотрю, я просто сидел. Стоп, Мишка, ты что его? Ты его щелк? Пошли. Вот я это. Показал нам вперед, назад. Где Маркович? Андрюха, вот он держит пояс. Уже мельницу надо делать. Так делайте, я же вас заставляю, да. Вот так делай, делай. Опа. Скорее бросок, нет, скорее бросок. Стоп, да, стоп. Уже стоп. Там, понимаешь как, на удержание можно заработать 4 балла. Дальше уже удержание не считают. То есть, если заработал 4, уже все. Просто уже снижает. Ну, если ты сделал, например, 4 балла, то потом дальше удержание не считают. Почему? А что будет считать? Больше 4 баллов удержание нельзя делать. Можно делать и просто поднимать, не считают. Ну, это можно сделать по 2 балла 4 удержания. Нет. 4. Или 2, или 4. Пой. Вот. Ну, Саша, держи. Заработал балл еще на ноль. Так. Пожали руки. Дам остается. Катерина уходит. Можно еще один раз, Миша? Так. Можно в туалет? Да, садись. Дайте еще раз. Можно? Да. 8 баллов вы меняете. Ух ты. Готовы? Да. Время.
Не надо ему делать чемпионатство. Смотри, ты упал, я большой вес. Ты не успел уйти, тебе удержали 4 балла. Да. Все. Руслан, давай. Шевля? С ним поборешься? Чай, да, чай. Да? Хорошо, берите сюда. Вам отельно, перейдите сюда. Андрюха, ставишь вот сюда, на этот мешок. И ты считаешь, что вы меняете. Великолепно, вам сами. Время, ставьте. Мутянник, еще один. Дают, и очень тяжело ориентироваться.
Значит так. Раз, два, три, четыре, пять. То есть еще здесь 50 отжиманий, 50 приседаний, 50 раз пресс. И 3 раза когда. Все, пошли. Так, Виктор, вы можете. Идите, завтра будет борьбы много. Идите. Вы завтра умрете. И не придете. Не придешь. Сколько ты занимаешься? 17. 17. Сколько ты занимаешься? Да. Сентября. А мне 66. Да? Я 12 лет занимаюсь борьбой. Сколько? Вот и посчитай. Да. То есть я уже все знаю. Я сейчас пока не сделаю. А завтра так все будет болеть. Ты не вернешься. Я не обманываю. Я боюсь. Я тебе сказал, что правду заслужить белый шоу. Ты мне должен быть здоров. Я прихожу к своим. Я могу болеть. А почему я не болею? Потому что я знаю, меня здесь ждут. Надо тренировки проводить. Мы готовимся к соревнованиям. А ты? Тебя как это? Ты должен. Пришел на дискотеку? Значит, ты должен уже подумать. Ага. Пойди, надо что-то поменять. Какие-нибудь тепленькое выпить. Натанцевался, чтобы ты подготовка была. Не выходить его вообще. Все ходят курить, ты не куришь. Постоял вместе с ними, они же курят. А ты не куришь. Курцы они все время выходят, а ты нет. Мышь его заболел. Ой, ой. А это что-то холодное. Коньяк. Или водочку. Если коньяк убьем, если водочку пил, то нормально. Почувствуйте завтра, как у вас все будет болеть. Это кажется. Давай. Пацаны, пошли! Все вместе! Я даже не доберусь. Вот, видишь, он девушке уже звонит. Да, такая. Да? Девушке звонит? Девушке звонит? По кому? Покажи, что ты подкачался немножко. А не 50, а ты 20, ну хорошо, и все. Или 40, но плохо. О, видишь? О, хорошее упражнение. Здесь, смотри, пресс делаю. Встаю и по морде бью себя. Бам-бам. Бам-бам. Отлично. Молодцы. Вот. До свидания. А вот эти приседания, они никому не нужны. Что вам сделать? Пресс. Вот как можно, как они, например. Да? Отжимали? И оттуда мы прыгнем. И туда. А приседания они... Не трусят. Только ножки выпрямляют. Этот не сгибает, а Сашка наоборот не выпрямляет. О, посмотри, какая лягушка прыгает. О, хитрый дамбл. Эти половину не сделали. О, Мишаня красавец. Я не знаю, он такой сильный, блин. Я тоже так могу. Можешь? Конечно. Али! Али! Не прыг... Стоп, 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 стоп! Чем дальше ты прыгаешь, тем тебе тяжелее лезть. То есть чуть-чуть потом. Вот как он. Нет, так как он, тебе не надо прыгать. Ты просто должен не сильно. Потому что многие ребята с места прыгать не умеют. Падают. До 2 метров ты прыгаешь. Мах, ты прыгай! А! Можно. Вот больной Макс уже вылечился. Думаешь, я не знаю? Макс, да. Еще раз, Макс, это если ты начинаешь пропускать, то начинаю тоже сильнее. Макс, да,
Сема, сколько нормально? Ну давай я еще раз тебя сниму. Только знаешь, как сделать? Прыгни оттуда сюда. Сейчас. Сейчас, подожди, я поставлю. Сейчас, подожди, Макс. Я выключу, выключу. Так, Домбровский Максим. Кувырок вперед. Отлично, Макс. Это младший брат Негруца Алексея. Молодец, Макс. Отлично. Просто что такое? Поставил, но не хочет у меня.